Всем привет! Это «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о лучших электрогрилях. В данный топ вошли 7 устройств, обладающие рядом преимуществ над множеством аналогичных моделей, представленных на рынке. Также я оставлю в описании под роликом ссылки на интернет-магазины, перейдя по которым, вы сможете узнать стоимость этих электрогрилей. Буду рад, если видео окажется вам полезным и поможет определиться с покупкой. Ну а перед тем, как я начну, попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Совершив эти простые действия, вы помогаете развиваться каналу, и в будущем я смогу чаще радовать вас новыми видео. Первый герой нашего топа лучших электрогрилей – DeLonghi CGH1030D. Этот небольшой, но мощный гриль имеет 7 режимов приготовления и позволяет поджаривать мясо, рыбу или овощи, готовить бифштексы, гамбургеры и другие блюда. Он имеет набор съемных пластин с антипригарным покрытием, которые легко можно снять и помыть. Также электрогриль DeLonghi имеет съемный поддон, в которой стекают излишки жира. Информативный LED-дисплей гриля подскажет всю необходимую информацию о приготовляемой пище, а регулируемый термостат позволит подобрать оптимальную температуру для каждого блюда. Кроме того, как управлять электрогрилем DeLonghi и узнать множество интересных рецептов, поможет специальное приложение для смартфона. Следующий герой нашего топа – электрогриль Redmond RGM-M803P. С ним приготовление сочных стейков, котлет и домашних бургеров и куриных крылышек станет максимально легким и удобным. Панели гриля быстро нагреваются до температуры 230 градусов Цельсия и стабильно держат температуру во время работы. Мясо с обеих сторон прожаривается до хрустящей корочки, оставаясь при этом внутри сочным и нежным. При этом излишки масла и жир, который вытапливается из мяса во время приготовления, стекают в специальный поддон внизу прибора. Возможности этого устройства не заканчиваются обжаркой продуктов на гриле, ведь его можно использовать в качестве духовки. Всего лишь нужно положить продукты в компактный поддон, накрыть фольгой и поставить на гриль, прикрыв верхней крышкой. Благодаря плотному прилеганию панелей устройства и высокой теплопроводности противня, электрогриль Redmond запекает быстрее обычной духовки. А скачав на смартфон приложение «Готовим с Redmond», вы получите доступ к огромному количеству рецептов с пошаговой инструкцией. Tefal Super Grill GC450B обеспечивает нагрев пластин до температуры 270 градусов Цельсия, что гарантирует красивую хрустящую корочку обжариваемого стейка. Предусмотрено 4 режима работы в двух положениях – гриль или барбекю. Контролировать температуру каждой панели можно с помощью термостата, расположенного на лицевой стороне электрогриля. Кроме того, Tefal Super Grill имеет съемные пластины с антипригарным покрытием и поддон для жира, который легко моется в посудомоечной машине или обычной губкой. Электрогриль Redmond RGM-M805 быстро нагревается до нужной температуры и стабильно держит тепло на протяжении всего времени приготовления. Это позволяет добиться идеальной прожарки мяса, овощей, рыбы и птицы. Для приготовления разных продуктов в нем предусмотрено 7 автоматических программ. Среди них есть такие полезные программы, как разморозка и подогрев. Дополнительная опция гриля – приготовление стейков разной степени прожарки. Пригарное покрытие панелей позволяет жарить на гриле с минимальным использованием масла. Помимо этого, в устройстве предусмотрен специальный поддон, в который стекают все излишки выделяемого при жарке сока и жира. Также Redmond RGM-M805 можно использовать в качестве духовки с использованием поддона или как барбекю, обжаривая пищу одновременно на двух пластинах. Электрогриль Tefal Half Grill Comfort GC3060 благодаря равномерному нагреву пластин позволяет готовить еду в два раза быстрее. Гриль оснащен съемными пластинами с антипригарным покрытием, что позволяет готовить без масла и делает каждое блюдо полезнее. При этом сок и жир стекают в специальный поддон. Также стоит отметить, что устройство может использоваться как жаровня барбекю или духовая печь, поэтому его можно использовать не только для приготовления, но
но и для разогрева пищи. Регулируемый термостат устройства позволяет подобрать оптимальную температуру для жарки мяса, рыбы или овощей. Также стоит отметить, что Tefal Half Grill Comfort можно хранить в вертикальном положении, что является большим плюсом для тех, у кого маленькая кухня. Redmond RGM M806P можно использовать не только как гриль, но и как барбекю или духовку. Устройство умеет определять толщину стейка и подбирать оптимальные настройки для жарки. При этом на панели будут последовательно включаться индикаторы степени прожарки, информируя, что мясо можно снимать. Специальный механизм позволяет раскрыть гриль и готовить на открытых панелях, используя устройство в качестве барбекю-жаровни. Таким образом, удобно делать закуски барбекю и овощные гарниры гриль. Также Redmond RGM M806P можно использовать в качестве духовки, положив все необходимые ингредиенты в противень и поставив их на панели гриля. Остается только закрыть крышку. Панели гриля будут плотно прилегать к противню, и блюдо пропечется равномерно и намного быстрее, чем в обычном духовом шкафу. Помимо этого, электрогриль имеет 7 режимов приготовления, съемные панели с антипригарным покрытием и поддон для сборки жира. Завершает наш топ лучших электрогрилей GF Grill GF180. Благодаря набору съемных панелей устройство может использоваться не только в качестве гриля или барбекю, но и для приготовления бельгийских вафель или в качестве сковородки, готовя на ней яичницу, блины и многое другое. Встроенная в гриль плавающая замковая система для регулировки высоты и закрывания крышки обеспечивает функцию панини для приготовления горячих бутербродов. Помимо этого, устройство позволяет настраивать температуру нагрева и устанавливать время приготовления с помощью поворотных переключателей. А прорезиненные ножки обеспечивают надежную фиксацию на поверхности и позволяют отрегулировать оптимальный угол наклона для стекания жира в лоток. Это был топ-7 лучших электрогрилей 2020 года. Напоминаю вам, что узнать стоимость всех участников топа можно по ссылкам, которые оставлены в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписываться на канал «Правильный выбор» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. А у меня на этом все. До новых встреч, дорогие подписчики!